Горячие пироги, фрукты, сладости и теплые слова благодарности. С такими подарками приехали к работникам ковидных бригад общественники. Добровольцы ресурсного центра события, студенты-волонтеры, школьники, партийцы. В этот раз количество участников акции заметно выросло. Информация об участии в акции «Маленькие радости врачам» была размещена у нас в соцсетях. Откликнулись наши постоянные волонтеры, отряд 3D лицея. Откликнулся также 10-й Б-класс лицея. Ребята принесли очень много сладостей. Благодарим их руководителя Артема Назаренко. Акция является всероссийской. У нас в округе приняло уже 15 муниципалитетов. В этой акции мы будем 16-е. Волонтеры активно принимают участие в помощи медикам, в помощи пожилым людям. Неравнодушные люди откликаются, становятся волонтерами. За это им огромное спасибо. Вручают сладкие презенты медикам буквально в течение нескольких минут. Оторваться от работы на более длительное время у них возможности нет. Врачи от всего коллектива поблагодарили участников акции, особенно самых юных его участников, ребят из отряда «Добрых дел». Мы принесли пирог. Надо помогать медикам, потому что они делают очень трудную работу, и это достойно награждения. Подарки от всего класса, от всех родителей. Мы все это вместе делали, смотрели, что надо подарить. Мама у меня работает в больнице. У нее важная профессия, потому что она работает медсестрой. И это очень важно, потому что она помогает докторам следить за больными. Сейчас такие акции проходят по всем регионам. Главная их цель – поддержать медиков в нелегкий период пандемии и поблагодарить за работу. Татьяна Шакирова, Артем Крюков, Югорск, ТВ.